Канобу.ру представляет. Здравствуйте, друзья! Спешим сообщить, что сегодня летнее солнцестояние. Это означает, что сезон белых ночей идет на убыль, и цены на туры в северную столицу значительно спадут. Когда-нибудь. А пока мы лишь мечтаем об отдыхе, суровые будни продолжаются. Рабочие будни продолжаются для нас, но не для Томаша Гопа. Увы, человек, отдавший 5 лет своей жизни на благо виртуального ведьмака, покинул стены CD Projekt Red. Когда старший продюсер уходит из компании, зачастую это равнозначно трагедии. У нас уже есть некоторые опасения насчет потенциального «Ведьмака 3». Главное, чтобы место Томаша не занял известный дизайнер Артак Авакян. Три года минуло с выхода Грид. Фанфары отгремели, и пора уже серверы прикрывать. Увы, провайдер, ответственный за обеспечение сетевых гонок, принял именно такое решение. Забавно, что печальные перемены затронут лишь версии для компьютера и PlayStation. Игра через Xbox Live продолжается. Наводит на некоторые мысли, не правда ли? Чтобы не было так грустно, вот вам небольшая, но приятная новость. В новом Mortal Kombat не все костюмы классического кроя оказались платными. Сегодня выходит набор из старых одежек для Сектора и Сайрекса. Однако знакомое с детства облачение для других бойцов, увы, придется покупать уже за свои кровные денежки. Господа генералы, ровно 6 лет назад вышел самый правильный Battlefield. Конечно же, мы имеем в виду вторую часть. Старичка победили вовсе не конкуренты и не судебные разбирательства. Просто однажды пришло его время, да и внуки подросли. Ветераны этой игры славятся своей меткостью и пригодны к службе в любых войсках. Даже в Battlefield Heroes, боже упаси. Многие вернулись в строй благодаря Bad Company 2. Ну а массовый наплыв чемпионов произойдет совсем скоро. Только покажите им цифру 3 и протрубите легендарные звуки. А пока мы напеваем себе под нос знакомые сердцу мелодии, посетители Канобу тоже исполняют свои серенады, каждый на свой лад. Дедмен раскрыл тайну, увы, такого же мертвого, как и он, проекта «Другой мир». Next 108 не решился сделать татуировку, зато не пожалел времени на создание странного объекта из кубиков. И даже твинк гонимого всеми ветрами «Listen to me» разродился адекватным отзывом на фильм «Супер 8». Старина Дюк настолько крут да тяжеловесен, что и рецензии на его новые похождения становятся долгостроем. Не пропустите этим вечером мнение редакции Канобу о легендарном возвращении. Еще никогда мы не были столь единодушны. И поверьте, нам есть что сказать. У микрофона Александр Глаголев. Hail to the King, baby!